Привет! Привет всем зрителям проекта «Народный голос 40+» из Китая, из города Санья, с острова Хайнань. С вами Светлана Муравьева, а значит, мы начинаем новый выпуск. Уже 3 недели 3 пятерки участников показывали вам свое творчество. Но сегодня мы решили сделать небольшой тайм-аут и дать нашим вокалистам возможность подготовиться на следующий этап. Ведь мы готовим дуэты, и при этом никто не знает, с кем поет. Все репетируют по отдельности, некоторые уже получили свои задания. Ну а сегодня такой обзорный выпуск. Как это было? Кто у нас принимает участие? И, конечно же, обязательно сюрпризы. Здравствуйте, дорогие участники проекта «Голос 40+». Я поздравляю всех с выпуском очередным этого замечательного проекта. Давайте начнем по порядку. «Анаит» – сильнейшая песня, замечательная, выбранная. Так она вам подходит. У вас очень сильный голос, замечательный и проникающий тембр. Я бы очень хотела, чтобы вы спели что-то из Цоя. «Наталья». Замечательная песня про войну. Честно, пошли мурашки от вашего исполнения этой песни. Клип восхитительный. Вы просто супер. «Владимир». Настолько по-домашнему ваше вот это видео. Мне бы хотелось пожелать каждому ребенку, чтобы его папа спел ему такую колыбельную. «Аленка». Ты супер, я уже слышала эту песню, слышала ее вживую, не в записи. Ну что я тебе могу сказать? Супер! Ирина, мне очень понравилось ваше исполнение песни. Мне кажется, у вас голос немного похож на голос Любови Успенской. Я бы вам посоветовала попробовать спеть какую-то одну из ее песен. Может быть, несколько. Я хочу сказать вам, ребята, что вы все замечательные. У вас очень талантливые голоса. Вообще в этом выпуске собрались, мне кажется, настолько сильные конкурсанты, что здесь даже сравнивать вас нет смысла. Вы каждый по-своему прекрасны. Я желаю всем удачи и успеха. Всем пока! Приветствую всех, дорогие участники проекта «Голос». Мне сегодня очень было приятно посмотреть все ваши выступления. И сегодня кратко о каждом я хочу сказать. Ирина Бухтиярова, вы очень актерски, по-женски передали классно эту песню. Голос мне очень понравился, нежно. И этот антураж зимы дал определенные краски. Хотелось бы на следующих программах что-то веселое. Очень интересная, хотя и эта песня была очень неплоха. Поэтому я слежу за вашим творчеством. Все здорово, так держать. Алена Кулеш, у вас очень героическая профессия. И очень была тяжелая песня. Но вы понимаете, о чем вы поете. Мне очень понравилось, как вы все это передали. Такие песни в сегодняшнее время, они нужны. Очень сильные эмоции, классные выступления. И надеюсь, что следующая песня будет очень позитивная, очень интересная. Поэтому вам творческих успехов. И надеюсь, что наших участников Светлана испытает. Владимир Буянов. Ну, так стало тепло на душе от новогоднего антуража, от этой песни, которую вы исполнили. Я вам поверил. Очень было классно. Все было сыграно, как-то захотелось забыть свои проблемы, забыть свои дела, поэтому уже с визитной карточки вы подарили какой-то такой вот к себе интерес, какие-то живые эмоции, и ваша песня была очень классная. Наталья Цымбал, ну Наташу я знаю хорошо, замечательная скрипачка. Пела замечательно, песня нужная, но сегодня наши герои почему-то дают себя лирике. Надеюсь, что следующая программа будет вся на позитиве, и вы нас приблизите к Новому году. Прекрасный голос, прекрасное прочтение, играли, понимали, о чем поете, будем за вами наблюдать. Ну и последняя участница – «Анаит». «Анаит», я тебя знаю давно, невероятный вокал,
Я думаю, куда же еще выше, но ты еще поешь еще выше, я уже заговариваюсь. Это было, ну, круто очень. И причем, когда ты поешь не хит, как вот эту, такую позабытую песню группы «Черный кофе», я, честно, не ожидал. Причем очень высоко, очень здорово. И хочется сказать, я за тобой наблюдаю, и хочется какого-то современного, такого репертуара, который тебе не свойственен, чтобы тебя вот испытали прям. А так до мурашек. Спасибо, дорогие друзья. Привет, Светлана Муравьева, ваш Денис Быков. Пока. Привет всем участникам «Народного голоса». Вот у нас уже третий выпуск, который, конечно же, порадовал обилием сильных голосов. Мне очень понравились номера. И я хочу дать пару комментариев по каждому человеку. Наталья Цимба. За вашим творчеством я уже наблюдаю не первый год, и мне очень импонирует ваш голос, он очень сильный. И мне также понравился ваш номер, композиция просто попала в самое сердце и даже вызвала слезу. Алена Кулеш, во-первых, спасибо вам за выбор песни, это очень важная тема, тоже меня очень тронуло. Мне очень приятно вас видеть как новую участницу «Народного голоса», я буду ждать ваших следующих номеров. Ирина Бухтеева, мне очень нравится ваш тембр голоса, он очень интересный, мне понравился выбор композиции также, вы звучите в ней очень гармонично, очень хороший номер. Владимир Буянов. Мне тоже очень понравился номер. Такие положительные эмоции. Вы так легко и позитивно передали настроение. Спасибо вам большое. А фаворитом этого выпуска для меня стала Анаит Шемелина. Мне всегда очень приятно видеть Анаит на экране. Я очень люблю твой голос и музыку. Музыкальный клип я уже вижу не в первый раз. Но, конечно, эмоции он вызывает безумные. Это такая сильная музыка. Спасибо тебе за это. Ну и теперь, когда мы увидели всех участников трех выпусков, я думаю, что у нас образуются очень интересные дуэты, которым подберутся композиции, которые раскроют их вокальный потенциал и передадут настроение каждого участника. Ну а остальной команде «Народного голоса» я хочу сказать, подключайтесь, ребята, давайте, дерзайте, мы ждем вашего творчества.